Нам с вами случай встретиться помог. Не удивляйтесь ни словам, ни взглядам. Вы разрешите, я напротив сяду. Вблизи улыбки вашей и тревог. Вы так прекрасны, что печалью вашей охвачен я, не ведая того. И разговор для нас не так уж важен. Важнее желание продолжать его. Важнее желание продолжать его. Пусть за окном весна листвой шуршала, и поздний луч к нам в комнату проник, и наши души словно два бокала соприкоснулись в этот самый миг. Быть может, был я чуточку влюблен в улыбку вашу, собственность экрана. И в этот вопросительный наклон, когда меня вы слушали так странно, но все в душе осталось, и возникает в памяти моей. Наверное, в нас тогда любовь рождалась. Мы не решались говорить о ней. Нам с вами случай встретиться помог. Не удивляйтесь ни словам, ни взглядам. Вы разрешите, я напротив сяду. Вблизи улыбки вашей и тревог. Вблизи улыбки вашей и тревог. Папа.